Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в Tower Conquest. Давненько мы в нее не заходили, и вот настало ее время. Так, и начнем, пожалуй, мы с тренировки. Забираем всех наших бойцов. Они у меня уже давненько здесь сидят. Пора им немножко встряхнуться, а то заржавеют еще. Так, квесты, что у нас тут выполнено? Сделай подарок другу. Это мы сделали, и все, да, пока. Хорошо, ребята, зайдем в магазин. Посмотрим, что у нас тут бесплатненько. Ракетный бот. Забираем карточку. И что-то у нас, ребята, вот здесь есть. Интересно, что? Ага, мы с вами улучшаем базу до 4-й звезды. Так, ну что же. Трансформатор. Отлично, это неплохо. Кстати, можно будет даже ее прокачать и использовать в бою. Кто-то мне сказал, возьми к себе в отряд вот этого термина. Ребята, у него 3 звезды, и я думаю, что от него сейчас толку будет мало. Поэтому пускай он пока будет стоять здесь и немножко прокачиваться. Как мы его только до 4 звезд прокачаем, сразу же возьмем к себе в отряд. Так, ну что же, вроде бы пока... А, нет, ребята, еще на арене. Так, 24 карточки Санта-Клауса, да? И сундук. Давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Копейщица, хиллбот, башня, точнее еще одна башня и почти 22 тысячи, ребята, голды. Что опять у меня за фризы в этой игре, как они меня уже бесят, вот я вам уже давно об этом говорил, но это все равно происходит. Так, ну что же, ребят, давайте быстренько с вами пробежимся, у нас здесь 86 уровень против нас, ну я думаю, что никаких проблем не будет, и мы быстренько с ним разберемся, только отряд я возьму, пожалуй, немножечко другой. Вот этот, вот именно этим отрядом мы с вами и будем разбираться. Я думаю, что справимся, ну а потом пойдем на основную сюжетную линию. Будем ее дальше прогибать. Ну что, давай, давай, загрузка быстрее. Некогда мне тут рассусоливаться с вами. Так, давайте подкопим немножко маны. Я думаю, начнем мы с вами с самурая. Выпустим его. Потом, наверное, лучше всего нам призвать тыквоголового. Ну и, в принципе, будет победа уже, наверное, за нами. Так, ну я думаю, самурай здесь справится, а вот это плохо. Вышел радиационный зомби, которого мы сейчас взорвем. Точнее, он сам по себе взорвался, нанес урон моему самураю. Так, давай-ка еще одного самурая вызовем. Корни я пока использовать не буду, это ни к чему. Ой-ой-ой-ой, что он делает, ребята? Он употребляет свой суперудар, но, как видите, у меня все выжили. Мы с вами двигаемся. Сейчас, я думаю, быстренько разнесем ему базу. Вот сейчас можно уже, кстати, выпустить корни. И будем просто-напросто расстреливать. Давай, 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 родные мои. Пару ударов, и башня сейчас рухнет. Я заморозку использую, чтобы на халяву, ребят, не летало здесь. Ну, как видите, победа за нами. Первое место. Оно так и сохранится. Кстати, у нас скоро будет новый месяц, поэтому турнир, соответственно, у нас обнулится. Ну что же, а мы с вами переходим на основную сюжетку. Так, мы с вами остановились вот здесь. Нам остается один уровень пройти. Потом у нас будет локация. Я уже забыл, как их звать-то. Подданные, да, ребята? И мы полетим с вами в следующий портал. Ну что ж, давайте тогда разбомбим для начала захватчиков. Здесь у нас будет босс. Лорд пустоты. Мы с вами берем вот эту вот колоду. Лорда пустоты мы должны с вами убить ультой. Я думаю, у нас это получится. Давайте-ка приступим. Так, у нас кто здесь? Ведьма, да? Мы, ну, для начала, естественно, мы будем с вами вызывать нашего рыцаря-мага. Пускай он начнет здесь, как говорится, всю эту заварушку. Потом, наверное, вызовем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я совсем забыл, ребят, я совсем забыл, что здесь вот так вот делается. Сейчас похитят, да? Да что такое, что за фризы, как меня бесит вот эта вот вся ерунда, ребят, я не понимаю почему. Потом игра почему-то начинает нормально идти, но для этого нужно время, чтобы она разыгралась, типа того, что ли. А поначалу вот будут такие вот фризы нас одолевать. Так, подожди, подожди, улитка. Ты что-то раздухарилась здесь, не вовремя, между прочим. Жалко, конечно, что я использовал ульту использовал, но я думаю, что нормально, и так пойдет. Так, я буду сейчас призывать ведьму. Опачки, а вот, ребята, и лорд пустоты пожаловал. Этот опять похищает, а? Как он меня достал, этот уфолок, а? Правильно, вот так его. Заморозка. Я, естественно, буду использовать ее. И ульта, ребята. Погнали. Есть, все, лорда пустоты мы просто с вами разнесли.
Значит, все у нас хорошо, ребят. Значит, этот уровень уже, считаю, у нас пройден, потому что босса мы с вами забомбили. Так, Ронин, как у меня там? Опять идет не спеша, все понятно. Давай еще рыцаря мага выпустим с вами одного. И все, я думаю, что здесь, ребята, хана ему. Сейчас база просто сдуется. Есть. Отлично, мы с вами прошли локацию этих. Как их звать-то, я уже забыл, ребят. Короче, забираем сундук. Захватчики, конечно же, захватчики. И смотрим, что нам выпадет. Так, бородавочник, да, 7 карточек НЛО 14 и денежек маленько. Ну что же, неплохо. Думаю, с вами вот эту вот локацию мы тоже довольно на изи пройдем. Так, у нас здесь фехтовальщик и мечник. Наверное, мы будем с вами брать... Погоди-ка секунду. У нас фехтовальщик, а он довольно быстро выходит, да? Тогда мы будем с вами брать вот этот отряд с друидкой и бомбить. Так, фехтовальщик у нас довольно быстро выходит, поэтому будем вызывать с вами щитобота, прикрывать его молотильщиком. Давай попробуем такую тактику. Раньше она работала у нас на 100%. А ну-ка, вжариваем. Давайте еще одного щитобота вызовем. Опачки, по-моему. Да, ребята, что-то нас тут как-то прогибает. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит. Давай еще щитобота вызовем. Так. Ну, я думаю, должно получиться. Е, отлично. Отлично, все хорошо, ребята. Ну что же, тогда мы сейчас их будем прожимать. Судя по всему, фехтовальщик-то и достал уже, серьезно тебе говорю. Смотри, он там раздухарился. Голубчик, на-ка. Блин, не упал. Да что ж ты будешь делать-то? Он одолел меня уже, серьезно говорю. Давайте вот так попробуем сделать. Я думаю, что наш всадник на журавле должен нам в этом деле помочь. Ну, давай-давай, бомби. Так, шикарно. Ребят, просто давненько-давненько не играл. Уже, как говорится, отвык, разучился, но... Быстренько сейчас мы все с вами вспомним и, как говорится, наверстаем упущенное. В любом случае, базе его будет крышка сейчас. Вот так, заморозочка. Ой, как по красоте. Посмотри, посмотри, что происходит. Я еще одного всадника на журавле вызову. Как говорится, для поддержки. Ну и, в принципе, все. Да, ребята, базе хана. Ну, вот, разрушили. Ну что же, а мы с вами переходим на второй этап. И давайте посмотрим, кто у нас здесь добавится. Ага, копейщица. Ну, ребят, вы понимаете, что копейщица — это вообще ни о чем. И я думаю, что даже вот этот отряд нам здесь очень даже неплохо зайдет. Давайте попробуем. Здесь у нас есть некро, да? Который будет выпускать своих, как говорится, колобков. Они будут наносить опупенный урон. Давайте-ка попробуем. Фехтовальщик, так, секунду. Я успею? Я должен успеть, да, ребята. Ну-ка посмотрим, насколько он хорош. О, с удара просто фехтовальщика сносит. Ну, естественно, при поддержке ниндзя тут вообще будет все имбово. Давай-давай-давай-давай, бомбим-бомбим. Давайте БФГ вызовем теперь в помощь. Отлично. Еще одного, ребята, еще одну жабу с молотом. Я думаю, что все, шансов у них нету. Мы еще давайте ульту применим. Да, которая не очень хорошо сработала, но тем не менее. Вот у нас некро ползет, я еще вызываю ниндзю. И все, я думаю, что здесь никаких шансов у них нету. Смотри, что происходит, просто бомбим. Так, никто здесь не выживет, абсолютно никто. Вызываем еще одну жабу с молотом. И базе каек. Отлично, я нас поздравляю. И мы с вами переходим на следующий. Это у нас третий этапчик. Так, здесь уже прибавляется лучник. Лучник, да? А что, если мы с вами возьмем вот этот отряд? Как думаете, справимся? Я думаю, да. Знаете почему? Потому что здесь у нас есть самурай, здесь у нас есть тигр, тыквоголовый, и должно все хорошо зайти. Давайте проверим. Как раз расстояние у нас большое до базы, да? Успеем, успеем мы с вами здесь, как говорится, наплодить себе армию. Начинаем с самурая. Так, а в этот момент нужно подкопить немножко энергии для того, чтобы... Я думаю, что здесь нам тыквоголовый нужен. Как можно быстрее. Ай-яй-яй-яй, скорее всего, ребята, наверное, зря... А, нет, вот это хорошо. Вот это нам в помощь, ребята, когда самурай впадает в истерику. Так, а лучник тут вот нам неуместен совсем, ребят. Корни у нас есть. Можно, в принципе, выпустить. Вот так. Ну и все, ребята, они просто попали в ловушку. Сейчас мы тут будем бомбить. Еще одного самурая я призываю. И надо будет еще, ребята, одну тыкву
призвать. Как раз у нас Хэллоуин, да? И эта тыква как раз сюда вписывается. Даже очень прекрасно вписывается в этот праздник. Так. Смотрите, у меня ребята-самураи сегодня в ударе. Они в истерику впадают. И это круто. Так, ну что же, мы подошли к базе, выпускаем корни, выпускаем еще одного мечника. И, как вы понимаете, базу сейчас мы просто разнесем. Давайте самурая призовем. Так, он идет? Идет. Ну, я думаю, что не стоит даже. Смотрите, что нам тут только не выпадает. По красоте все. Ну что ж, друзья, предпоследняя миссия. Так, кто здесь у нас будет? Ага, вот здесь уже немножко надо быть настороже, потому что, ребята, сам разбойник здесь оказался, и его нужно будет контролировать. Я думаю, нам пригодится здесь. Кстати, да, почему бы нет? Вот этот вот отряд с друидкой, я думаю, что вполне очень даже здесь зайдет нам. Так что давайте будем проворачивать наши грязные делишки, так скажем. Ну что, по стандарту выпускаем щитобота. Потом, наверное, вызовем молотильщика. Погоди, погоди, погоди. Нет, не то. Не то, ребята, у нас тут происходит. Вот теперь вызываем так и молотильщика. Да, вот именно таким макаром это должно было работать. Так, теперь нужно вызвать нам паладина. Паладин пускай идет. Да, сейчас его тут, конечно, ребята, будут кромсать, я думаю, да? А если мы вот так сделаем? Что, сразу поплохело, я смотрю, да, ребята? Так, тихо, тихо, разбойник идет, ребят. Нет, он не дошел, его быстренько расчехлили. Да, можно так это сказать. Ну что же, а мы с вами, наверное, сейчас будем копить потихонечку на друидку. И будем выпускать ее. Хотя опять идет разбойник. Идет разбойник, нам нужно, ребята, его законтролировать. А давай вот так вот, паладин справится с этим делом. Пумс, с ударчика, отлично. Возьмем энергии маленько. И уже сейчас я буду призывать друидку. Все, ребят. Сейчас должны тут разобраться. Ничего себе, он паладина мне положил, ты прикинь. Вот этого вот ханыга положил паладина мне только что. Ну что опять за фризы? А, ну естественно, ребят, естественно, вышла друидка. Как же без фризов? Я совсем про это забыл. Очень тяжело. Как же это меня бесит. Как же меня это раздражает. Вот почему я больше, ребята, не хочу играть вот из-за этих вот фризов? Ну ты прикинь, а. Господи, какой лаг. Я ничего не могу сделать. Вообще ничего не могу сделать. Офигеть, блин. Это единственная игра, которая вот так вот фризит при появлении друидки у меня. И причем я на мобиле тоже играл то же самое. Так, ладно, хорошо. Давайте быстренько уничтожим базенку, да, и перейдем с вами к последнему уровню. Вообще охота пройти, поэтому даже отряд вот этот вот брать с друидкой мне неохота. Потому что, ну, фризит очень-очень ужасно, именно когда она вызывает тотемы. Ну что же, последний, ребята, у нас уровень здесь. Так, мы будем драться с королем. Подожди, против короля нам лучше брать летающих юнитов. Я думаю, вот этот отряд здесь должен зайти как никогда. Потому что один грифон здесь может, в принципе, справиться с королем. Давайте проверим. Так, у нас здесь, да, довольно дорогие юниты. Даже вот, смотрите, ребята, Джаггернаут. Да? Ладно, поехали. Попробуем справиться. Так, ну что, давай начнем, наверное, с нашего Терракоши. Терракоша пошел, и будем, наверное, прикрывать баллистой все это дело. Давай-ка рискнем. Вот, баллисту призвал. Можно, в принципе, фаербол бомбануть, но я думаю, что пока не стоит. А вот Джиггернаута, да, призовем. Ух! Смотри, что получается. А теперь, если вот так еще... Опа, по красоте. Все отличненько. Так, давайте, наверное, призовем с вами жнеца. Да? Для разминочки. Давай, жнец, выходи. Где там твой король? Вот он, вышел. Явился, не запылился. Сейчас будет бомбить. Ну-ка, 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 посмотрим, ребята, что тут у нас выйдет. Так, застанет мы его пока не застанили. Ой-ой-ой, посмотри, какой урон у него, ребят. Но он упал. Не дожил до триумфа. Ну, а мы, ребят, с вами подкатываем уже к замку. И сейчас будем его бомбить потихонечку, да? Зачем я вызвал Терракошу? Пока он дойдет, ребята, мы здесь уже с вами сможем победить. Так что это было глупо с моей стороны делать. Ладно. Давай тогда... Все. Даже баллиста нам здесь не понадобилось.
Ну что же, мы с вами прошли последнюю локацию. Естественно, мы сейчас с вами перелетаем на новый, ребят, портал. Это будет 111-й. Так, в сундук подданных. Ну что это такое? Ну, ребят, ну зачем мне вот этот эльф? Зачем мне вот эта копейщица? Ладно, деньги-то, конечно, пригодятся. И с вами забираем. Ребята, пряничный домик. 15 карточек, да? Так, трансформатор. 14 карточек и воблер. 14, ребята, карточек. Ну что же, отправляемся с вами на следующий телепорт. И смотрим, здесь у нас локация начинается с нежити. Потом фабрика роботов. Потом нефритовая долина. Ага, долина подданных. И опять же нежить. То есть два раза повторяется нежить. Давайте посмотрим, что ожидает нас здесь. Чумная мышь плюс голем. Это для начала у нас, да? Начинается все. Тогда мне придется брать вот этот отряд. Потому что чумная мышь, она будет сразу же выходить. А у меня может в противовес встать только маг-воин здесь, в данный момент. Так что давайте, как говорится, будем начинать именно с нее. Ну, давай. Естественно, мы здесь ее сейчас забомбим моментально. Вот так это происходит. Карточку мне дали на нее. Вот это, кстати, хорошо. Опа! Ронин, ты красавчик. Ты вовремя вышел. Давайте вызовем прыгуна. Вызовем с вами прыгуна. И я думаю, что чумную мышь тоже можно призвать к нам на помощь. Все, изи. Первый этап у нас проходится очень легко. Давайте-ка посмотрим, что у нас во втором. Ага, здесь немножко будет посложнее, потому что появляется привидение. Но не забывайте, ребята, если у меня маг-воин ставит отражение, да, и это привидение в него попадает, оно наносит само себе урон. Мы его даже можем убить таким образом. Так, ну, чумную мышь еще тут никто не отменял, поэтому, ребят, давайте вызывать нашего мага-воина. Так, я думаю, что и Ронин здесь нам понадобится сейчас. О, по красоте. Но Ронин, ребята, слабоват. Призрак его очень быстро, как видите, бомбит. Ой-ой-ой-ой. Потеряем. Нет, выжил, родной мой. Можно, в принципе, ульту применить. И все. Довольно легко и быстро, согласитесь. Тем лучше, как говорится, для нас. А мы переходим с вами на третий этап. И здесь уже, опачки, ребятушки... Здесь у нас уже служитель тьмы появляется. Это у нас боевой хиллер за нежить. Ну что же, блин, мне не хотелось бы, конечно, вот этот отряд полностью здесь распетрушить. Как говорится, вот именно на нежить. Потому что он мне еще пригодится. Но видите, как получается, обстоятельства просто вынуждают меня использовать его. Так, ну что же, где там эта чумнуха? Не хочет выходить, да? Ага, вызывает опять голема. Значит, мы с вами вызываем Ронина в помощь. Но на этот раз Ронин у нас спокойненько идет. Не стал выбегать в истерике, вышел спокойненько. А мы с вами еще чумную мышь призовем, да? И все будет у нас тип-топ. Вот он, служитель тьмы, ребят. Явился, не запылился. Хоть он и ватный в плане того, что защиты, да? Мы его быстренько пробиваем. Но когда он стоит за танками, он довольно... Он довольно злой, ребята. Много наносит урона. Но, как видите, и этот уровень мы с вами прошли довольно быстро и легко. Ну что же, предпоследний этап. Так, тут опять... А, тут у нас некро. Слушай, тогда нам здесь надо взять, по идее, ребята, вот этот отряд. По большому счету, нам нужно взять вот этот отряд. Баллиста, да? Если мы будем с вами применять баллисту, то чумнуха или даже призрак будет довольно много урона наносить. Хорошо, у нас тогда для этого случая подойдет грифон, который будет, как говорится, с воздуха помогать. Так... А вот, ребята, и некр вышла, да? Я, наверное, начну все-таки с грифона. Почему? Сейчас увидите, ребята. Опа, а он, смотри, он не дурак, он вызвал чумную мышь. Ты посмотри на него, а. Так, тогда нам нужно вот так сделать, ребят, скорее всего. Ух ты. Слушай, сегодня, ребята, у меня герои в ударе, потому что все любят делать предсмертный хрип. Да, как говорится, на последнем издыхании применяет свою ульту. Так, ну ладно. Некро опять, да? Давай, бомби, баллиста. По всем. Отличненько, шикарненько. Вызываем вторую баллисту. И грифон мой здесь немножко, ребят, помогает. Так, тихо, тихо, тихо. Успокойся, големчик, пожалуйста. Ну. Давай-ка еще, наверное, вызовем с вами. Опа, заморозка, ребята. То, что нужно для нас. Фаербол.
И я думаю, что все, сейчас мы базеночку ему быстренько разберем. Давайте, давайте, подходите, родные мои. Еще и ураганчик. Кстати, ураганчик не действует на привидение почему-то. Так, ну что же, о, еще одна карточка на чумную мышь. Вот это круто, ребят. Чумную мышь я хочу прокачать до фулл звезд. Все, наверное, уже это давно знают. Но очень редко выпадают именно на нее карточки. Так, ну что же, мы переходим с вами на последний этапчик. Здесь у нас, угу, дедуля будет. Здесь у нас будет дедуля, я не знаю, жнец. Слушай, дед, он будет прикрываться служителями тьмы, да? Тогда нам, наверное, придется... Черт подери, что же нам лучше сделать? Блин, друидку, по идее, нужно брать здесь, но у нее лагает все, да, когда мы ее вызываем. Здесь... Нет, этот отряд не подойдет сюда. Так, ну что же, тогда нам действительно, ребят, придется вот этим вот отрядом дальше пробовать пробивать. Дед, конечно, меня немножко настораживает, потому что у него массовая атака, которая еще в стан вгоняет моих юнитов, а в этот момент они будут получать колоссальный урон. Вся надежда только на жнеца, на его армию, да, нежити. Я думаю, что это должно прокатить, поэтому давайте попробуем. Так, ну что, в противовес мы с вами выставляем. Там он что, чумнуху вызвал сразу же? Ты запарил, парнишка, сразу вот так вот. Давай, 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 иди быстрее, иди быстрее. Быстрее некуда ему, ребят, идти. Он сам по себе медленный. Отлично. Так, ну что же, давай, наверное, грифона призовем. Все. Так, потихонечку, ребята, с вами продвигаемся. Надо не забывать копить магию. Для того, чтобы успеть призвать нам жнеца, да еще к тому же и армию наплодить. А я больше чем уверен, если я сейчас призову... Так, тихо, фаербол надо готовить, ребят, смотрите, служитель тьмы идет. Ну вот, вот о чем я вам и говорил, сейчас будет тут захиливать. Ну я ему... Нет, я фаербол не буду, ребята, тратить. Я, наверное, оставлю его на деда. Вот и дед пожаловал. Давайте вот так, чтобы они собрались все в кучку и бомбанем. Вот это совсем другой разговор. Сейчас должен упасть он. Все сработано как нельзя хорошо. Ну что, служитель тьмы, доигрался? Все? Довозюкался? Ну, а дальше, ребят, все как по маслу. Ёлки-то палки, расколбас-то какой не детский идет, посмотри. Даже колобки эти тут не помогли ему. Ну что, баллисточку еще вызовем одну, да? Хотя у нас их две штуки. Все. Я даже сам, ребят, не успел посмотреть, как мы разнесли базу в хлам. Сундук нежити. Что нам отсюда достанется? Так, 7 карточек на банши и 14 карточек на базу. Плюс 12,5 тысяч монет. Ну что же, мы с вами попадаем на фабрику роботов. И здесь, как говорится, по стандарту, хилбот вместе с молотильщиком. Так, здесь, ребята, все немножко попроще, поэтому я думаю, вот этот отряд взять. Да? Да, я думаю, что... Хотя, подожди, подожди, я же... Ёлки-палки, молотильщик же очень дешевый юнит. Он его будет сейчас, ребята, вызывать. А кого я могу поставить? Ниндзю? Нет, давай, наверное, будем с вами вызывать вначале вот этого вот. Жабу с молотом, да? Удара достаточно? Отлично. А вот теперь уже в поддержку вызываем ниндзю. И вот теперь все должно быть хорошо у нас. Но не забывайте, что молотильщик при смерти может вызвать циркуляру, которая будет уничтожать практически всех на своем пути. Так, давай-ка. Отлично. Молнию, давай. А-тя-тя-тя-тя. Вот об этом я и говорил, ребят. Пилу все-таки он успел выпустить. Ладно, мы выжили. И продолжаем нашу, ребята, битву. Так. Давай-давай-давай, родные мои. Уничтожаем ему базу. Так. Что, еще ниндзю давайте призовем, наверное? Да ты достал уже со своими молотильщиками. Господи. Так, ульту? Нет, не будем пока применять. А вот БФГшку я, пожалуй, призову. БФГшечка здесь хорошо должна помочь. Да, ребята, разнесли мы ему базу. Ну, это был первый этап. А теперь давайте посмотрим, что... Ой-ой-ой-ой-ой, физкультурник, да? Ребята, бот-паук здесь появляется у нас. Бот-паук. Так, что мы можем ему в противовес поставить? Вот этот отряд, если только. Попробуем давай. Сейчас будет, как обычно. Притянет, откинет. Притянет, откинет. Этим он меня раздражает, на самом деле. Так, ну что, начнем, наверное, мы с вами с самурая.
Да, это будет самый оптимальный для нас вариантик. Теперь бы нам накопить, наверное, надо на тигра. Так, секунду. А, я совсем забыл. Да, ребят, я совсем забыл, что здесь у него... Да что ты будешь делать-то? Ну-ка, хорошо. Блин, одного за другим отправляй. Давай так сделаем. Опа-на, 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 ребята. Идет физкультурник. Начнет сейчас свои выкрутасы. Давай срочно его подбивать. Ну, ай, все-таки подбил он мне тыквоголового, ребята. Ну, давайте тигра призовем. Призовем с вами тигра и еще одного, ребят, самурая. Так, мечник. Да чтоб тебя. Так, 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 он начинает опять, да? За свои деяния. Ладно. Давай, ребята, выпустим корни. Все, я думаю, ребята, он доигрался. Сейчас мы ему быстренько базенку снесем. Если бы вот сюда уже подошли, так, да, как говорится, вплотную к базе, то шансов, конечно же, у него вообще никаких нету, потому что мы одного за другим будем просто уничтожать. Все, изи. Стоило только, ребята, пробиться, да, немножечко, и, как говорится, мы уже с вами в дамках. Ну что, здесь у нас Джаггернаут. В принципе, ребят, ничего сложного не вижу вот в этом. Ну да, единственное, что вот молотильщик будет из-под тяжка под Джаггернаутом там бомбить. Но я думаю, что мы все-таки справимся. Тыквоголовый, главное, чтобы не выпускал он свою циркуляру при смерти, и все у нас будет тогда замечательно. Так, накопим сейчас побольше. Подожди, некогда уже копить. Уже, ребят, пошел отряд. Давай вот так вот сделаем. Хорошо было бы, если бы застанили. Ать! Вот, видел, что произошло, ребят? Вот так вот он меня сейчас будет, наверное, бесить своей вот этой вот пилой. Что нас здесь может спасти? Естественно, корни. Да? Или вот так сделать даже можно. А? Что? Все, всплакнул? Всплакнул роботека. Да, ребята? Отличный, отличный вариант. А вот и Джаггернаут пожаловал собственной персоной. Давайте мы их замедлим. Пускай они будут тут стоять. А мы будем их потихонечку здесь с вами разбирать. Но. Так, шикарненько. Падай. Ах ты, забыл совсем, ребята, что у него две хпшки. Ну, пробили. Двигаемся с вами далее. Двигаемся с вами далее. Так, корни. Опа, вот это была печалька. На самом деле. Вот я больше всего ненавижу, ребята, именно когда он выпускает пилу. Так, давай корни призовем. Пускай они получают урон. Так. Приворот, к сожалению, ни на кого не сработал. Блин, надо было тыквоголового призвать, наверное, да? Давай вот так вот. Тыквоголовый, бомби. Знаешь, кого мне напоминает сейчас вот тыквоголовый? Помните, ребята, в этом, в Kingdom Rush, всадника без головы? Вот именно его он почему-то мне напоминает. Так, дай-ка мне энергии маленечко. И корни опять выпустим. Слушай, ну, ребята, 39 секунд. Что-то как-то не особо хорошо идет у нас это дело. Так, давайте, ребята, поднапряглись. Базу-то нам нужно разбомбить. Как ни крути. Самурай у меня в истерику там упал. И последний удар. Изи. Ну что же, с горем пополам справились. А мы с вами переходим на предпоследний этап. И здесь у нас хилбот, физкультурник, все дела. Хм. Давай попробуем. Хилбот, естественно, будет, наверное, за щитоботом стоять. Хилять именно его. Так, а кто у нас, ребят, здесь может помочь хорошо? Тыквоголовый, но у него не очень большой дамаг. Перепрыгнуть он тоже не сможет, да? Поэтому придется нам просто бить напором. Так, для этого я призову сюда тигра. И сейчас посмотрим, как мы быстренько сможем с ним разобраться. Давай проверим. Смотри, он успевает захилять, а? Еще и застанил. Так, подожди, так дело не пойдет, ребят. Давайте корни выпускать. Вот это уже по-другому. Вот это уже другой разговор, ребята. Так, еще одного самурая призовем. Так, ну что, 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 что? Разбомбили. Красавеллы. Так, еще одного тигра, да, я думаю, надо будет призвать нам. И тогда все будет имба. Так, не нравится, ребята, мне этот молотильщик.
Хотя все отлично, он не стал выпускать пилу. А я думаю, что пора дедулю призвать на помощь к нам, да? Или не стоит? Ну давай чисто для понтов, ребят. Просто вызовем его для... Как говорится, чтобы он просто появился на поле боя. Хотя мы и без него здесь справимся. Ну, да, все. Два тигра и три самурая, в принципе, сделали свое дело. Ну что, кто у нас тут, ребята, будет босс? Ой-ой-ой. Термин, 9000 собственной персоной появился. Ну, мы прекрасно знаем, как с ним справляться. Жалко, конечно, что у нас здесь одна всего лишь энергия. Ну, я думаю, этого будет достаточно, чтобы забомбить этого термина. Именно ультой мы будем с вами его прожигать. Так, ну что? Кто там у нас пойдет? Я не вижу никого. Ребятули, выходите, я вас жду. Так, начнем, как обычно, ребята, по стандарту. Вызываем рыцаря мага. Пускай он тут бомбанет молотильщику этому, чтобы было ему неповадно. Ронин, ой, красавелла. Так, ну, естественно, вызовем чумную мышь. Слушай, смотрите, ребята, как нам давно не играл, и нам карточки просто сыпятся. Это меня радует, на самом деле. Так, чумная, помогай, пожалуйста. Ну, болотце, правильно, кислотное. Оп, оп. Да нет, ты должен был бомбить вот именно хилбота. Давай еще одну чумуху призовем сюда. Слушай, а что он не вызывает этого термина-то? В чем проблема-то? Мы сейчас бомбанем ему базу просто-напросто. Блин, если бы я знал, что так будет, я бы взял другой отряд. Зачем я потратил последнюю энергию, да, и не увидел термина? Так даже интересно. Ну что, репульсор, да, ребята, у нас здесь ракетный бот и 9 карточек на базу. И мы переходим с вами в нефритовую долину, где нас встречает, естественно, самурай и сам Терракоша. Терракоша и этот. Ну что, давай, наверное, вот этот отряд с вами будем использовать. Я думаю, что он довольно успешно у нас пройдет. Так, квест завершен. Тактик. Это надо будет нам собрать с вами гемы потом после всего этого дела. Не волнуйтесь, мы это с вами сделаем. Подожди, 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 подожди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо, я успею? Я успею или нет? Или удар будет? Нет, я должен успеть. Фух. Я совсем забыл, что здесь очень дорогие, ребята, юниты у нас. Так, погоди, мне это совсем не нравится. Давай-ка вот так вот. Ага. И он тоже вызвал своего Терракошу. Ну, у него-то Терракоша прокачанный по полной программе, в отличие от моего. Поэтому вызываем баллисту. Так, фаербол я пока тратить не буду. Как только он успокоится, сразу бомбану. Давай, вот так вот. По красоте. Так, ну что же, двигаемся дальше. Я думаю, нам нужно накопить с вами денег на грифона. Да, грифончик нам здесь очень хорошо зайдет. Ну, грифа. Вылетел, родной. Спасибо за карточку на Терракошу. Мне моего еще нужно прокачать до фул звезд 5. Ну, что тут у нас? Давай, 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 всем отрядом бомбим. А он, ребят, как обычно, в каменную стойку входит. А если вот так сделаем? Четко все, да? Давай еще вызовем Терракошу нашего. Пускай идет. Ну. Давай, 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 пробиваем. Да, ребята, отлично. Еще одного грифона я призову. И базу сейчас распетрушим. Смотри, что происходит. Просто здоровье у базы улетает со скоростью света. Карточку дали нам на Сакуру. Ну что же, переходим с вами на второй этапчик. На втором этапчике уже будет нас поджидать всадник на журавле. Естественно, ребят, я думаю, что менять ничего не стоит. Баллиста, в принципе, должна справиться. По идее, по логике, да? Раньше, по-моему, у нас всегда так и получалось. Он же, по-моему, сейчас будет его именно в первую очередь вызывать. Поэтому нужно 300 энергии для того, чтобы призвать баллисту. Проверим сейчас. Ну? Нет. Нет, ребята, что-то не так. Вот, вот как он делает. Все, я понял. Слушай, а тогда баллиста обязательно нужна сейчас, в данный момент. Иначе нас тут быстренько расчехлят. Ай-яй-яй, по красоте, ребята. Другое совсем дело. Когда у нас баллиста прикрыта танками, мне ничего не страшно на самом деле. Да ладно тебе плакать здесь. Иди отсюда, иди погуляй, парень. Иди, мальчик, не мешай. Так, ну что, красавчик идет, да? Сейчас мы его тоже расчехлим, ребят. Я думаю, что надо вторую баллисту... Да, вторую баллисту я, наверное, призову. Чтобы быстрее все это дело бомбить. Заморозка. Ай, по красоте. Смотри, как у нас тут все чудненько складывается. Ну, разве не красота?
И я так думаю, что, ребята, очень даже смачно все идет. Эта серия специально для любителей Tower Conquest. Так что те, кто не любит или кому-то не нравится, ребята, то не смотрите. Не смотрите эту серию, потому что многие сказали, что мы устали, нам надоело, нам скучно. И в то же время многие ребята, наоборот, пишут: играй, продолжай и так далее и тому подобное. Так что эта серия посвящается именно тем истинным фанатам этой игры. Так, ну что, ребятушки, а мы с вами двигаемся дальше. И у нас с вами третий уровень. Ой-ой-ой, здесь Вуджен появляется. С ним-то шутки плохи, мы знаем прекрасно, да? С ним шутить не стоит. И если он будет стоять за Тыракошей, ой, как будет нам не сладко с вами. Поэтому я предлагаю сделать, знаешь что, вот этот вот взять отряд. Конечно, немножко глуповато. Да и друидка сейчас будет тут опять лагать, как всегда. Но Вуджен может погибнуть от циркуляры, которую выпустит у нас молотильщик. Ну и опять же, если нам, ребят, повезет. А с везением, вы знаете, у нас сейчас в последнее время не особо-то хорошо. Ну, самурайчик, ты попал. Вот что я тебе скажу. Причем круто попал. Так, ну что, наверное, всадника на журавле. Сейчас вот за вот этим вот пойдет обязательно Вуджен. За его спиной. Это было бы логично. Так и есть. Так оно, ребята, и получается. Мы его вытянули сюда и разбомбили. Мой фокус сработал. В принципе, я на это и рассчитывал. Так, давай дальше тогда действовать. Прожали. Ох, красотища-то какая. Ну все, ребята, мы их прижали у стенки. Сейчас, кто бы сейчас ни вышел, да, Вуджен, Пупен, ничего ему тут не поможет. Потому что мы будем просто пробивать их всех. Вот он, Вуджен, смотрите, как, ребята, мы его быстренько сейчас уложим спатеньки. Видели, да, он упал там. Ну, что, могу заочно, ребята, сказать нам ГЦ. Мы прошли этот этапчик. Да ладно, самурай, успокойся. Видите, на изи. Как только мы, говорю, подходим прямо вот лицом к башне, да, вражеской, мы ее сразу сносим, практически никаких шансов у противника нету. Ой, напугали, елки-палки. Кем? Черепахой? Вот этой вот медленной черепахой, которая бомбит снарядами, 3 часа перезаряжается. Пара пустяков. Смотрите, как это все делается, ребят. Сейчас мы с вами накапливаем на кого? Я даже паладина не вызывал, по-моему, в той бойне. Ну, что ты там киснешь-то? Где твои юниты? Я не вижу никого. Я уже накопил себе на друидку. Нет, парень, ты, по-моему, припозднился. Я просто сейчас вызову друидку и... начнем разруливать эту ситуацию просто на изи. Ага, черепаха вышла. Ну, ребята, это логично, что за танком выходит стрелок. Все так и должно быть. Ну, они не забывают, что у меня, ребята, есть ульта, которая может вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас тотем вызывает, да? Сейчас будет лагать, ребят. Давайте, наверное, вот так вот камеру сместим, чтобы не видеть всего этого ужаса. Сейчас пролагается маленько, и все пойдет хорошо. Смотри, там черепаха что-то там выеживается. Давай всех подряд, кого только можем, ребят, будем вызывать. Все, да, вроде? Нет, еще немножко подлагивает. Я чувствую подлагивание. Так, дай-ка мне приворот сделать. Опа! Просто все, ребята, повернулись и пошли. Ну что, все, прогрузилось? Да, ребят, прогрузилось. Теперь все хорошо, не должно быть никаких лагов. Так, давай-ка ульту. Ага. Ну все. Смотри, что происходит. Никаких шансов у них нету. У нас такая армия под, извини меня, под тотемами стоит. Юниты хиляются. Получают колоссальный урон. Ой, вообще на изи. Да, ну вот этот вот, ребята, первые секунды, я бы даже сказал полминутки, когда появляется друидка и выставляет первые свои тотемы, да? И вот этот вот лаг, он очень сильно раздражает. Очень сильно. Ни при одном боссе нет таких лагов. Я не знаю, вот если термин 9000 тоже будет так лагать, это будет плохо. Но мне кажется, что не должно быть. Так, ну что, смотрим, ребята. Здесь у нас богиня солнца, да, будет. И Вуджен, также черепаха. Как вы думаете, мы справимся? Я думаю, должны. Этот отряд должен наказать. Друидка все-таки, мне кажется, в разы сильнее, чем богиня солнца. Но когда выйдут два, так скажем, бога на поле боя, боюсь, лаганет нехило, поэтому нам нужно быть предельно осторожным. Ну, куда ты разогнался, а?
Самурай, ну вот куда ты бежишь, сломя голову? Ты же знаешь, что сейчас тебя здесь нахлобучит паладин собственной персоны. Просто возьмет и нахлобучит. Кто там вышел? Опачки, а уже, ребята, и вот женщик тут пожаловал. Совсем мне это не нравится. Предлагаю, знаете что? Предлагаю вызвать друидку. Давай вот так вот попробуем. И притянуть Вуджена сюда поближе. Наказать его, конечно же. Ну, вот так, совсем другое дело. Заморозка, чтобы не вякали здесь лишний раз. А вот, ребята, и богиня солнца собственной персоной пришла. Ладно, давай попробуем наказать. Вот, конечно, плохо, что сзади там... Опа! Только хотел сказать, что плохо, что там стоит Вуджен, и мы его снесли именно циркуляркой, да? От молотильщика. Смотри-ка, что-то богиня не подходит. Сейчас мы ее должны, в принципе, добить. У нее немножко здоровья. Сейчас, секундочку, ребят. Тотем. Убил Вуджена. Заморозка. Ай, красота ты моя ненаглядная. Да, отлично. Ну, в принципе, ребят, я и не сомневался, что отряд с друидкой у нас здесь будет победоносным. Потому что, ну, никаких шансов у нас нету. Точнее, не у нас, а у них. У нас-то как раз все шансы на победу. Все, базе хана, ребят. Отлично, я нас поздравляю с таким легким проходом. Так, ну что ж, забираем сундучок и смотрим, что нам здесь выпадет. 10 карточек на Терракошу, это хорошо, кстати. А копейщик мне, в принципе, и не нужен. Ну что же, переходим с вами на долину подданных. Так, что такое? Нас будет здесь встречать Грифон 99 уровня. Так, здесь у нас энергии нету, да? У нас вот здесь очень много энергии. Но я даже не знаю, может быть, нет. Тыквоголовый здесь один не справится против грифы. Здесь у нас только лишь всадник на журавле, да, летающий юнит. Ладно, хорошо, была не была, ребята, поехали. Попробуем прожать, так сказать. Нам бы просто вот первых два уровня пройти, да, а потом уже будет хорошо. Потом уже будет попроще. Будет довольно длинное расстояние между замками. И мы можем с вами спокойно брать любой отряд и играть. Тут главное контролировать Грифона. А тут еще и паладин у него. Сами прекрасно понимаете, да? Паладин довольно жесткий парень. Ну и Грифон это тоже. Так, вот он. Вот он появился. Так, вот мы его уничтожили через отражение, как вы это заметили. Выходит у меня Ронин. Я вызываю еще одного мага-рыцаря. Ну давайте, давайте, давайте. Паладина просто снесли и все. И применяем ульту. Изи. Найс. По-другому не назвать. Ну что, ребята, второй уровень у нас. Тут появляется жрица. Появляется жрица. И нам нужно что-то с вами придумать. Ниндзя и БФГ. Это два у нас, ребята, юнита, которые могут подбивать воздушные цели. Ну, я думаю, что должны мы здесь справиться. К тому же у нас здесь много энергии. Но расстояние все равно еще пока коротенькое. Между замками. Коротковато будет, да? Так, ну что, он вызывает паладина. По идее, потом должен жрицу сзади поставить. А потом еще и грифончика вызвать. Наверное, как-то так это все будет выглядеть дело. Опс, ошибочка, ребята, вышла. Давай, 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 ниндзя. Накажи грифу. Отлично, получилось. Все великолепно, ребята. Так, теперь давай подумаем, что у нас ульта есть. Я, наверное, буду вызывать некро. Ай-яй-яй-яй-яй, отхил, да, делает? Божественный отхил идет. Вызываем еще тогда. Ну-ка. Хорош тут буянить. Роднули. Жестко сейчас было. Очень жестко. Как вот, как по написанному, да? Грифон просто подбил мне и БФГ, да? Ой, точнее, и ниндзю, и некро. Так. Если БФГ будет почаще делать, ребята, свой суперудар, то это будет круто. Давай-ка, Грифон, не шали. Умри обычным образом. Нормуль. Так, ульта. Давай-ка, давай-давай-давай. Грызите колобки, грызите этого паладина. Опять он появился. Да что ты, ты специально что ли? О, карточка на Грифона выпала. Шикарно, ребята. Это очень шикарно. Грифона мне тоже нужно прокачивать, ребят, на 5 звезд. Вы это все прекрасно знаете.
Поэтому я очень радуюсь, когда выпадают мне карточки на Грифона и на Чумную Мышь. Это два юнита, которые у меня в приоритете в данный момент. Ну что же, мы переходим с вами на третий уровень. Фехтовальщик. Я, честно говоря, не готов к такому повороту. Серьезно вам говорю, я не готов, потому что фехтовальщик, во-первых, дешевый юнит, во-вторых, он довольно сильный, поэтому его нужно постоянно контрить. Если его подпустить, он быстренько разберется с моим замком. Хм. Ладно, давай. По стандарту, ребята. Щитобот вместе с молотильщиком. Потом нам, наверное, придется вызывать паладина. Почему паладина, ребят? Ну, он может подбивать воздушные цели, типа грифона, да, и так далее. Причем он сам по себе довольно сильный. Так, и, конечно же, всадника на журавле в обязательном порядке. Как вспомогаловка. Да хорош ты, успокойся ты уже. Ну, накажи. Найс. Паладин против паладина. Ну, мой-то паладин сильнее, мой-то сотого уровня. А у него там, по-моему, 99-го, да? Ну-ну-ну-ну-ну. Эть, хорошечно. Пошло дело. Так, паладин, иди как к стеночке и подумай над своим поведением. Вот, ребята, и грифон появился. Еще и под щитом. Ладно, надо наказывать его. Наказали. Твою же налево, что делает, а? Применяет урту, конечно же, ребята. Что он еще может делать? Пока в заморозке надо пробивать этого паладиныча. Ай-яй-яй, фехтовальщик. Ну, давайте, мои родные всадники на журавле, бомбите ему базу, пожалуйста. Пробомбите хорошенько. Так, вышел паладин. Его застанили на пару секунд. Так. И мы распиливаем просто базу. Найс. Отлично. Немножко пришлось потрудиться, но, тем не менее, результат налицо, и мы выиграли. Так, ребят, ох, елки-палки, здесь уже будет маг. Тоже еще тот засранец, да, который делает массовые атаки. Довольно болючие при этом всем. Так, у нас кто-нибудь... Так, у нас еще есть вот здесь энергия, ребята. Я думаю, что нам надо взять именно вот этот отряд. Да, поехали. Я буду брать именно этот отрядик. Он должен здесь хорошо себя показать. Я думаю, даже великолепненько он должен показать себя здесь, проявить. Так, а вот мне интересно знать, кто сильнее, Терракоша или же Паладин? Как вы думаете? Давайте проверим. Вот выходит паладин у него. А я сейчас вызову. Нет, ну так-то нечестно, конечно. Так, так шансов, конечно, у моего Терракоши нету, потому что будет его хилить жрица. Поэтому в наших интересах... Да ладно, там еще и маг подскочил. Поэтому в наших интересах бомбануть их как можно быстрее. Жрица минус. Ну а тут, ребята, вы сами понимаете, бой нечестный, поэтому... Ничего у нас не получится здесь сравнить. Но... Бум. Ты посмотри, что творит, а? Просто обмен суперударами от наших грифонов был. Жрица, какая ты ватная, господи. Так. Мага надо бомбануть нам. Но мы не можем, пока не пробьем паладина. Давай-ка ультушку, наверное, бомбанем сюда. Опс. Все четко. Четко, чечетко. Давай, давай, давай. Раздухарился, думал, сейчас бомбанет. Не тут-то было, да? Мага, быстренько мы с вами уложили спать. И я думаю, что нам пора призвать еще одну баллисту. Три баллисты, это вообще имбовая сейчас сила будет. Да ладно, грифон, уйди отсюда, не мешай. У нас как... Тихо, отлично. Терракоша выдержал просто-напросто удар ульты от грифона. Причем на легкую. Так, а мы с вами бомбим. Все. Чего и требовалось доказать. Ну что же, у нас, ребят, последний. Кстати, сколько нам еще проходить? У нас осталась только лишь территория нежити. Вот оно что. Так, здесь будет епископ. Епископ, медленный, выносливый герой. Защищает находящихся поблизости соратников. Ну, вот то, что медленный, правильно. Но насчет выносливости я бы поспорил. Выносливый он, какой там он выносливый, ребят. Вата, она и есть вата. Ну что, попробуем, наверное. Блин, какой-то отряд не совсем удачный у нас тут получается. А энергия только на нем есть. Ладно, рискнем своим здоровьем, ребята, и попробуем все-таки прожать. Епископ, мы прекрасно знаем, не такой уж и босс сильный. Но он сейчас будет парить своими щитами, всякой защитой и прочим.
Так, давай начнем это и вызовем в поддержку, естественно, нашу ниндзюцу. Ну, ниндзя, давай быстрее, копись. Вот так вот, нормуль. Теперь бы, конечно, ребят, в наших интересах вызвать богиню солнца и желательно побыстрее. И желательно как можно быстрее. Да хорош ты, успокойся, грифа. Вот так вот, совсем другое дело. Ну, паладина-то завалили. Давай, богиня солнца, выходи. Я ее... Знаете, что было бы замечательно? Если бы она вот этим лучом бомбила врагов, да? А если бы под этим лучом стояли наши юниты, они бы отхиливались. Вот это было бы, ребята, на самом деле круто. Да, вот под этим лучом. То есть врагов бы убивала, а наших бы хиляла. Вот это было бы вообще отлично, на самом деле. Так, не... да... оу, мага положили. Так, я чувствую, сейчас должен появиться босс. Я просто чувствую. Вот он, ребят, епископ-то. Ну, как, получится у нас его бомбануть? Он уже валяется. Выносливый, говорят они мне, да? Епископ медленный, но выносливый. Да. Изи. Богиня солнца здесь нормуль. Ребят, себя проявила. За это ей отдельное спасибо. И мы с вами забираем сундук. Смотрим. Ух ты, ребята. Ну, баллиста у меня прокачан по полной программе. А вот 15 карточек на башню и 9 карточек на короля — это, в принципе, зачет. Ну что же, последняя локация. Жалко, мы ее, наверное, ребят, не пройдем. Ну, немножко помурыжим, я думаю, да? Так, здесь у нас радиоактивные зомби плюс маленькие зомбари обычные, которые любят клонировать сами себя через укус. Да, ребят, через укус. Так, ладно, начнем, наверное, мы с вами с самураев. По стандарту, это наша схема, ребята. Самураи, это наша схема. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас будет бум. Такой большой, болючий бум. Так, ну что, опять самурай? Опять, ребят, самурай. И теперь нам нужно, наверное, на тыквоголового копить. Если не хотим взрываться вот так вот часто. Давай, тыквоголовый, выходи. Бомби потихонечку. И, ребят, будем с вами уже, наверное... Опа, 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 опа. Видел, что произошло? Вот так, ребята, он и клонирует себя. Корни. Корни, 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 конечно же, корни. Не понял, а что это у меня там происходит? Что за ересь такая? Ну, давай, не щадя живота, бомби. Вот, совсем другой разговор. Давай, 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 пробиваем. Ты что, куда он разогнался-то? Сломя голову, бежит он. Набирает скорость, называется, да? Бумс, шикарно. Вызываем корни. Ну и все, я думаю, здесь уже никаких шансов у них, ребята, нету. Просто расстрел капитальный идет. Тут и взрыватель не поможет, никто им не поможет, ребят, уже. Все, разбомбил базенку. Даже не поморщился. Так, ну это была первая стадия, а у нас переходится на вторую. Так, и здесь прибавляется у нас когтистый. Секунду, у нас вообще где-нибудь энергия есть, кроме этого отряда? Нету. Жаль, очень жаль. Всего лишь две энергии осталось, да? Ладно. Когтистый немножко меня напрягает, на самом деле. Да, я бы сказал, даже не то, что немножко. Он хорошо меня напрягает. Тихо, погоди-ка, 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 родной. Ниндзя, по-моему, должна справиться с ним, да? Да, на изи, причем. Ниндзя вообще имба, на самом деле, если посмотреть. Смотри, какой она колоссальный урон наносит. Просто никто даже не успевает ничего там пикнуть, вякнуть. А если она это дело делает за спиной танка, это вообще по красоте. Просто красавелла. Так, ну... Наверное, нам надо призвать с вами некро. Да? Я думаю, вы тоже не будете против. Давайте так и сделаем. Так с вами и поступим. Да ладно, ты успокойся. Все, ребята, просто одними ниндзями запинали ему базу. Прикольно. Так, у нас третий этапчик. И последняя, ребята, энергия. Здесь прибавляется банши. Слушай, вот насчет... Банши, да, если посмотреть, у нас, по-моему, ниндзя не будет доставать до нее. У банши слишком дальний радиус крика. Но, тем не менее, мы посмотрим. Прикольно так сделано, да, ребята, статуи. И у них там электричество гуляет. Офигеть. Так, ну давай, ниндзя, не подведи меня, радость моя. Ну, отличненько. Этого тоже сноси, к ядре не фея. Нечего им тут делать. Ну, ниндзя, конечно, вот сейчас посмотрим, ребят. Нет, ниндзя справляется с банши.
То есть, найс, просто великолепно, ребят, все идет. Сейчас опять та же самая схема получится. Мы просто разбомбим базу одними ниндзями. Ой, взорвался, отлично. Так, что? Некро? Давай призовем некро. А, не понадобилось. Не понадобилось, потому что снесли базу так быстро и так легко. Так, что, неужели у нас, ребят, с вами нет энергии? Да, к сожалению, нету. И вы заметили, что у нас постоянно всегда так заканчиваются серии, да, на последних двух миссиях и потом портал. Это по стандарту просто происходит. Ну что ж, давайте тогда заберем, наверное, с вами гемы, которые у нас там накопились. И... давай, так, три. И все, что ли? А, нет, еще... нет, ребят, только три. Не хватает нам здесь чего? Защита, лучше нападение. Уничтожьте 30 героев с помощью своей башни. Ага, понятно. Ну что ж, друзья мои, как видите, у нас половина 101 уровня. Я думаю, нам совсем немножко останется, и мы с вами прокачаемся до 101 левла. Ну, а с вами был Рей. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.